Одна з найстаріших дніпропетровських газет «Дніпровечірній» 1 грудня святкуватиме 79-й день народження. За цей поважний строк видання завоювало авторитет у кількох поколінь читачів і продовжує утримувати читацький інтерес, гідно змагаючись із електронними засобами інформації. Секрети популярності вечорки дізнавалася Ольга Хничова. Свою історію вечірківці ведуть від першого в Катеринославі друкованого видання газети «Звізда», яка почала видаватись з 1917 року. До речі, серед її кореспондентів був вождь пролетаріату Володимир Ленін. В 1933-му з'явилась «Звізда вечірня», котра згодом перетворилась у «Дніпро вечірній». У газеті досі працюють ветерани, прийняті на роботу в рік відродження вечірки 1971-му. Тоді було о чому писати. І нас заставляли трудиться наравне со строителями. Мы не знали ни дня, ни ночи, бывали там, давали оттуда репортажи, и люди знали, как строится город. Протягом майже 80-річчя, вона виходить, газета напрацювала неабиякий читацький авторитет, і все новим поколінням журналістів доводиться йому відповідати. Когда в 70-х годах наш автор, известный такой поэт Игорь Попо, он написал, что Кива будет ходить по воде. Люди в это просто поверили, и тысячи людей, десятки тысяч вышли на набережную, чтобы посмотреть, как действительно Кива будет ходить по воде. И до сих пор люди к нам обращаются, ну, как какой-то вот правдивая инстанция, они привыкли верить. Привыкли к тому, что газета разъяснит, поможет им разобраться в сложных вопросах. Звонят и говорят, там, этого политика надо расстрелять, потому что он сволочь. Вот они высказали, и вот им полегчало, и нам полегчало, потому что, ну, мы газета, которая помогает. Всі 79 років «Дніпровечірній» працює під девізом «Допомагаємо людям», тримаючи постійний зворотній зв'язок з читачами. На сторінках газети регулярно друкують уривки з численних листів, що надходять до редакції. Деякі з них дають теми для журналістських статей. Постійні прихильники видання мають можливість безпосередньо висловити пропозиції, коли приходять підписатись на вечірку. Плід такої співпраці – розважальний додаток до газети. У ювілейному році і не тільки «Дніпровечірній» обіцяє радувати читачів сюрпризами. Не будет всегда. Возможно, мы тоже сделаем какие-то альтернативные проекты. В большей степени уйдем в интернет-пространство. Возможно, мы не исключаем. На носу у нас 80-летие, и мы по-прежнему в струе. А напередодні дня народження іменинниці найкращі побажання. Чтобы вы и дальше процветали. Мы читаем ее очень-очень давно. Много интересного, статей много. Там недавно была про нас статья. У нас была золотая свадьба. Всем нам какого-то журналистского счастья. Счастья делать интересные материалы. Ольга Хничова, Володимир Позняк, новини 9 каналу. І на продовження теми будемо спілкуватися із гостями студії. У нас Ірина Авраменко, головний редактор «Вечорки», та Олександр Розумний, журналіст. Добрий вечір. Добрий день. В першу чергу поздравляю вас з наступаючим днем рождения, от своего имени, от имени своих коллег. Пусть вам и дальше приносит такое же удовлетворение ваша работа. Вот я в подводке в предыдущий к сюжету сказала, что достойно соревнуетесь с электронными способами информации. Да? Действительно это удается вам? Действительно достойно? Как вы сами оцениваете? Мне кажется, что, может быть, ну, не совсем правильно, что мы соревнуемся. Прежде всего, средства массовой информации – это наши большие друзья и партнеры. И у самой газеты «Дніпровечірній» есть наш интернет-портал, наш сайт «Дніпровечірній». Безусловно, учитывая, что нам уже 79 лет, мы должны как-то развиваться, двигаться вперед. И вот как сейчас мне понравилось, очень здорово заметила ваша коллега, мы общались вот с Олесей, говорит, что «Дніпровечірній» является градообразующим предприятием. Мне вот очень понравилось это словосочетание, потому что вот судите сами, в этом году мы отпраздновали 80-летие области, а в следующем году мы будем праздновать 80-летие Днепра Вечернего. Mm-hmm. То есть мы неотделимы от истории нашего края. Mm-hmm. И, конечно же, «Дніпровечірній» в том классическом варианте, в каком он есть сегодня, да, это вот бумажный формат, он любим, он уважаем нашими читателями, нашими верными читателями. Но и прогресс не стоит на месте. Поэтому мы не соревнуемся, мы тоже, я считаю, достаточно активно осваиваем интернет-пространство.
то есть как бы наоборот, не конкурируя, а вливаясь в интернет струю, тем самым привлекая новую аудиторию, то есть ни в коем мере не бросая наших любимых, верных, преданных читателей, но тем не менее захватывая, расширяя, скажем так, делая газету действительно... Ну, всеобъемлющий, градообразующий, как правильно заметили ваши коллеги. Ну, вы знаете, я не в качестве того, что соревнуется кто-то, да, не в том смысле слова. Мы, вот как ваши коллеги электронные СМИ, да, мы все-таки тоже очень часто сегодня вспоминаем фильм «Москва слезам не верит», когда говорили, что вот скоро будет одно телевидение, да, театра не будет. А мы теперь вот сравниваем эти слова с сегодняшним днем и говорим, что, наверное, скоро и телевидения не будет, будет один интернет. Вот в этом смысле, конечно, некое соревнование все-таки, наверное, происходит, ну, в общем-то, хорошо, что это дружба, а не соревнование. Как удается находить темы вам, Александр, вам, как журналисту вопрос, темы, которые вот настолько удерживают аудиторию и не только удерживают, а дают новую еще? Ну, вот лично я как Штирлиц, у меня все время одно полушарие на работе. Вот с кем-то говоришь, там даже выпиваешь что-то, отмечаешь, тут бац, кто-то там обронил какую-то ключевую фразу, все тормозится, переключается внимание на это, где-то подпадает в подсознание, потом звонишь, развиваешь. Ну, то есть все... То есть вы постоянно на работе. Да, где-то постоянно, расслабиться не удается никогда практически. А вот, ну, отметьте какие-нибудь наиболее интересные темы за последнее время, которые вызвали читательский интерес, какой-то резонанс. Вот вы вспоминали в сюжете об сообщении об Игоре Кио, да? Я действительно, я помню этот момент, когда вот было такое сообщение. Ну, самый интересный у нас сюжет, конечно, это самый скандальный был, когда в 2004 году из-за технического сбоя у нас вышла такая порнографическая картинка, женщина с инородным таким телом во рту, вот, и у нас просто был шквал звонков из России и откуда-то там возмущенные пенсионеры нам жаловались. Кто-то предлагал, сказал, вы молодцы, вы такие пиарщики, мы хотим вам рекламу дать, если вы дальше эту тему будете продолжать. То есть, ну, хотя это было не, ну, случайно так получилось. Это по техническим причинам было, да. Ну, так бывает очень часто. Спрошу, не могу не спросить вас о планах на будущее, ближайшее будущее хотя бы, да? Планы есть. Планы есть огромные. Прежде всего, нам хотелось бы быть ближе к каждому горожанину, каждому жителю области. Допустим, мы пошли таким путем, что у нас каждый выпуск «Днепра вечернего», скажем так, удовлетворяет вкусы конкретной аудитории. Например, если брать вторничный выпуск «Днепра вечернего», то это выпуск полезной информации. Здесь есть служба коммунального спасения. То есть читатели нам звонят, мы оперативно реагируем. Есть такая суперпопулярная рубрика, как «Департамент вопросов», где мы отвечаем, ну, на абсолютно любые вопросы читателей. Спросят нас, сколько звезд на небе, прозвоним звездочетом, выясним. Есть такая рубрика, как «Дворец культуры», где мы отвечаем на вопросы культурного, общечеловеческого характера. Допустим, выпуск «Среды» у нас посвящен, скажем так, взрослой аудитории. Тут мы рассказываем о пенсионном законодательстве, о здоровье. Тематические, в общем-то, тематические, да, можно сказать. Если это пятница, то тут чтение для души. Очерки, рассказы о хобби, об известных людях Днепропетровщины, Днепропетровщины. И такой вот наш новый суперпроект, приложение к «Днепру вечернему» «Чтиво». Здесь 28 полос сплошного чтива. Это пришел, лег на диван, положил ноги наверх и читаешь. И хай весь мир зачекает. Здорово. Ну что, остается еще раз поздравить вас. Успехов, благодарных читателей, чистого пера, как там говорят обычно. Да? И спасибо за визит в нашу студию.